Добрый день, ребята! На улицах города появляются первые огни новогодних елок. А значит, скоро наступят самые яркие и веселые зимние праздники – Новый год и Рождество. И взрослые дети любят эти праздники, наполненные сказкой и волшебством. Все готовят подарки и поздравительные открытки. Открытка помогает создать особую атмосферу праздника и даже через годы способна напомнить о ярком событии. И чтобы сделать эксклюзивную открытку, нужно взять картон. Я взяла бумагу для скраббукинга. Вот такая у меня. Вы можете взять двусторонний светлый голубой картон. Еще нам понадобится синий, темно-синий картон. Односторонний. Или также я взяла бумагу для скраббукинга. Вот такая у меня красивая бумага. Понадобится зеленая двусторонняя бумага для елочки. Немного красной бумаги для Деда Мороза. Вот такой Дед Мороз у нас получится. Или Деда Мороза можно вырезать вот из открытки, из любой. Можно из старой открытки вырезать Деда Мороза. Нам понадобится половиночка Деда Мороза. Вот так вот, до пояса. Вот как у меня на этой открыточке. Понадобятся ножницы, карандаш, клей и циркуль. Итак, приступаем к созданию красивой открытки. Берем основу для открыточки. Вот у меня такая. Вы можете взять голубой картон. Берем циркуль. Или я взяла очень удобный вот скотч. Прикладываем к сложенной пополам бумаги для открытки. К основе открыточки. Обводим карандашиком окружность и вырезаем. Получается у нас вот такое окошко. Складываем, затем берем темно-синюю бумагу и приклеиваем ее вот в середину, чтобы окошко у нас закрылось. Вот здесь мы оставляем немножко места, чтобы у нас поместился Дед Мороз. Вот, например, вот так. Из окошка он будет у нас выглядывать. Смотрите. Так. Приклеиваем открыточку лицевой стороной. Так. Аккуратно. Вот так. Если где-то там немножко у вас выступает, можно подрезать бумагу. Смотрите, подровняем, чтобы было все аккуратно. И откладываем в сторонку. Сейчас мы приступим к созданию Деда Мороза. У кого есть картинка с Дедом Морозом, можете вырезать. Вот как у меня на открыточке. Для создания Деда Мороза нам понадобится совсем немного красной бумаги, картон. Мы берем вот такие окружности 5 сантиметров, 4 сантиметра белая, 3 сантиметра белая, розовая у нас тоже 3 сантиметра получится и красная 3 сантиметра. Вырезаем вот такую ручку Деда Мороза. И варежку красивую оранжевую. А теперь я покажу, как сложить нам из этих кругов Деда Мороза. 5 сантиметров мы складываем вниз. Затем мы, которая побольше у нас, поменьше у нас, вот это будет у нас голова шапочки. Следующая у нас будет, вот еще накладываем на голову. Вот так вот. Смотрите.
Смотрите, это у нас получается шапочка. Затем берем, это борода у нас 4 сантиметра. Мы ее накладываем на шапочку и вниз. Вот так получим. Такая борода. Берем розовый кружок и вырезаем вот такое наподобие сердечка. И приклеиваем вот сюда к бороде и к шапочке. Вот такой Дед Мороз у нас получается. Смотрите, вот получился Дед Мороз. Приклеиваем к нему ручку. К ручке мы приклеим рукавицу. Так. Вот такая рукавица получается. И приклеиваем ее вот так вот. Смотрите. Вот такой Дед Мороз у нас получается. У меня уже была, есть заготовочка. Приклеиваем глазки и рот Деду Морозу. Украшаем вот такой бумагой. Если у кого нет, можно и не украшать. Можно где-то белой вот здесь полосочку красить. Такой Дед Мороз у нас получается. Откладываем его в сторону. И приступаем к созданию елочки. Берем бумагу, складываем ее вот не пополам, а чтобы она у нас вот здесь получилась двойная. Я вырезала вот такую елочку, смотрите. Прикладываем, вырезаем ее по контуру. Вы можете вырезать по своему желанию, какая вам нравится елочка. И получаете вот такую елочку. Приклеиваем Деда Мороза. Так, вот так вот. Туловищем сюда. Бороду можно не склеивать. А мы его аккуратненько, где оставили место. Вот такой Дед Мороз у нас получился. Мы его приклеиваем. Смотрите, какой Дед Мороз у нас получился. Красивый Дед Мороз. Елочку мы вырезали. Мы приклеиваем елочку на середину. Аккуратно. Вот так. Украшаем елочку стразиками. Можно украсить. Вырезать игрушки маленькие из бумаги, если у кого-то нет стразиков. Приклеиваем вторую часть елочки аккуратно. И получаем вот такую елочку. Вот так. Сейчас у меня. И вот такая елочка у нас получается. Еще можно украсить открыточку вот такой картинкой. Можно купить в скрапбукинге, можно где-то взять и вырезать со старой открытки. Мы ее приклеим вот сюда. И вот такая открытка у нас получилась. Здесь мы напишем поздравления друзьям или маме с папой. И наша открытка готова. Она у нас получилась в единственном экземпляре. Вы можете пофантазировать, добавить свои детали. И у вас получится вот такая красивая эксклюзивная открытка. С Новым годом! Спасибо за участие!